российские войска были самыми многочисленными, но и наименее дееспособными, так как бросили свое тяжелое вооружение на прежних позициях на Дону. В отличие от деморализованных итальянцев, части немецкой дивизии сохранили свою боеготовность. С целью деблокирования 6-й армии советское командование решило вместо удара на Ростов направить основные усилия на юго-восток и сорвать попытки вражеского командования деблокировать свои войска под Сталинградом. 7 суток длилось сражение по уничтожению окруженной фашистской группировки. 15 января 1943 года обескровленный фашистский гарнизон пошел на прорыв. На рассвете 16 января немцы прорвали окружение и устремились через Стрелецкую степь на село Стрельцовка, а советские войска начали преследование противника. В заповедной Стрельцовской степи колонны пехоты и танков были подвергнуты бомбежке с воздуха и обстрелу артиллерии. Лишь немногим фашистам удалось прорваться на запад. Таким образом, к исходу 16 января 1943 года территория Меловского и Чертковского района была полностью очищена от немецко-фашистских захватчиков. Многие бойцы и офицеры были удостоены высоких наград. Этот фильм посвящен военно-исторической реконструкции операции «Малый Сатурн». Geht die Munition aus. Ja, wir brauchen noch ein paar Handgranaten mehr. Wir brauchen Verstärkung. Темная ночь, только пулища по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают. Любимая, знаю, не спи. Стой, кто не спит. И у детской трава. Свои, свои, не шуми. Ты слезу утирай. Застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. России семьи такой, где б не памятен был свой герой, и глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут.
и мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть. Сегодня до зари встану, по широкому пройду полю. Что-то с памятью моей стало, все, что было не со мной, помню. Ветер гудит в провода, тускло звезды мерцают. Thank you.
Советского информбюро. Наши части, преодолевая упорное сопротивление противника, медленно продвигались вперед. В районе одной высоты гитлеровцы после безуспешных многодневных атак перешли к обороне. За два дня боевых действий на этом участке уничтожено до 800 немецких солдат и офицеров. На другом участке подразделение людской пехоты отбило атаку противника и уничтожило до 200 гитлеровцев. Для меня кусок осленца, он в тело белое вопьется, и кровь горячая прольется, такая жизнь, брат, ждет меня, и слезы горькие польются, такая жизнь, брат, ждет меня.